Вёлая ты какая-то. Не баба, а пень. Че, мне плясать, что ли, перед тобой? Отплясалась, не молоденькая. Зачем ты ее прячешь? Телеграмму, говорю. Зачем прятать-то? Правильно это. Нечего здесь делать. Ты же загорелась домой приехать. Зачем это? Замуж выскочила. Меня не спрашивала. А теперь что? Приспичила?
запашок-то царский. Че притихли, как не родные? Садись, угостим, раз позавидовал. Поговорку слышал? Помолчи, за умного сойдешь. Сик. Так. А что загрустили? Компания теплая, улов знатный. Водки мало взяли. Ты главный. Ну, не молчи, скажи. Разрешаю. Ну, знаешь же, чего спрашиваешь? Климов твоя фамилия. Встречались. Ну, Климов. Ну, Климов. Документика нарисуем. Коров-то ты. Знатный кровосос. Присосешься, не оттащишь. Говори еще, говори. Бумага терпит. На 15 суток ты себе уже наболтал. Шутишь. Какой шутишь ты? Я ж при исполнении. Не дури, отец. Велика беда. Рыбешку в уху сунули. Ты своей бабе сунешь. Вот это не беда, а радость. Все по справедливости. Молчал бы, а то обгадит, потом покрасуется по справедливости. Тебе бы, отец, о душе подумать пора, а то ведь не ровен час. Ты, Ванька, если не одумаешься, сядешь по полной. Пойдешь столбы валить, как брат. Может, теперь незаконные ушицы попробуешь? Этой ушицей ты, паря, не попробуешь, потому как не положено. Надень лобачок на голову, да в воду. Помечтай. Дрянь, народ. Попался и угрожаешь. Ну ладно, что с вами поковать-то? Увидимся еще. Ванька! Не пачкай! Выродок, посажу. Вот на этот раз я его точно посажу. Скажи спасибо, не убили. А могли и по нынешним временам. Кому спасибо сказать? Тебе, что ли? Да почему мне? Людям. Ты что, с ними был? Я сам по себе. Стоял за деревом, смотрел, как мне веслом чуть башку не отшибли. Ты что докопался? Не было меня здесь. Да нахер ты вообще нужен, егерь? Тебе под носом вон котелок сигу натолкали. Ты законный кто? Люди пару рыбин взяли. Куда? Тебе же не проскочишь. Люди. Да народ дрянь, сволочь на сволочь. Глаза закроешь, они все растащат, все разорят. Не может эта земля без закона жить. Не может. Ты че взъелся? Ты лучше раскинь, как выберешься. Лодки-то нет.
Мне еще на дальний кордон к егерям надо. Но не вплавь же мне. Тут обходить заведешься. А ты же у нас к лесу привычный. Места знаешь. Ночью под крышей ночуешь. На копновских покосах курная избушка стоит. А там пораньше встанешь, подналяжешь. Глядишь, доберешься до темноты. Мало тебе жизнь учила. Здесь.
Бывает, нет. Петя! Петь! Трофим с пути сбился. Без памяти. Как назовешь-то? Чего? Как назовешь, спрашиваю. Человека и кошку хороним. Негоже без имени в могилу. Как хочешь, так и назови. Ну, Анна.
Ишь, крест какой. Староверы. Что полагается за такое? Если бы она его сразу, в беспамятстве, скажем, условно бы дали, даже простить могли, высказав, разумеется, общественное порицание. А так, преступление с умыслом, с подготовкой, при здравом рассудке, тут строже. Конечно, если найдем. Это как? Если найдете? По опыту знаю. Раз такое примитивное преступление сразу не раскрылось, потом хоть лоб расшиби. Какое оно примитивное? Человека убить. Это ж так называется. Слушай, это с рук сойдет. Вокруг Пушозера с десяток сел. Да не факт, что роженица местная была. Надо найти. В деревнях каждый человек как на ладони. Не могут пропустить. Мимо глаз. Было к брюху, потом напало. Ищем. Ищем. Чего мне бояться? Не убьет же он меня. Все же отец родной. Надо переждать. Время пройдет, злоба остынет. Все эти годы злоба за ним по пятам идет. Сейчас бежал из дома. Ищет. Что ищет? Беду он свою ищет. Что, мне так таится? Да уж лучше так. Дай мне остаться. Я поговорю с ним. Все легче будет. Зачем? Разве ему до нас дело есть? Мам. Мам, я не пойму тебя. Что с тобой не так? Скажи. Я же вижу. 30 лет прожили бок о бок. Ты выросла на руках у отца, не бывало. Вдруг с младенцем нянчился. Давай ты к себе заберу. Да что ты? Что ты? Я потом к тебе приеду. Ну как ты со мной одна? Чего? Поезжай, Риш. Поезжай. Вот-вот вернется, я боюсь за тебя. Поезжай. Да к чего? Что скажешь, говори.
Чего тебе надо-то от меня? Сказала же, не знаю. Да как такое может быть? Они с брюхом все сюда бегут. Каждый на учете. Что здесь, бухгалтерия? Порядок-то! Порядок-то должен быть! 10 ходили, выродили 9. Где 10-я? А может, дома родила? Может, в район уехала? Да мало ли. А бумага? Где это все записано? Не было у нас такой. Ни по жизни, ни по бумаге. Доктора, мало вас. Ни до кого дела нет. Ты один у нас ангел чистый. Подожди. Да вот так бы не смог бы. Как ты можешь, вся деревня знает. Что хочешь сказать? А ты не знаешь. Может, я не прав был, когда. Может, где глаза прикрыть надо было. Прости, что ли, но только всех простить нельзя. Ты, Трофим, даже внешне изменился за последнее время. Как считаешь, Виктор Алексеевич, изменился он или нет? Чему тут меняться-то? Да ну, поменялся. Человек в такую передрягу попал. Ты глянь, дело копеечное. Ну, славненько. Сейчас пришпилим его. Пусть оштрафуют для порядка. Грех невелик. Простить можно. А коли грех невелик, чё ж ты до меня эту бумажку донес? Ну, использовал бы ее где-нибудь в лесу по назначению, и нехай с ней. А так выходит, я покрываю. Больше грех прикрывал. В прошлом году тебе акт на целую компанию принес. Где он? В той компании такие козырные валеты были, что нам их с тобой не бить. Да. Рыбаки не валеты. А? Можно пришпилить. Да? Можно. Вот только одно бы я не смог сделать, каюсь. Это в уху плюнуть. А ты не поленился, заглянул, акт составил. Рыбачки на холодном ветру целый день жилы тянули. А ты им, опа, братцы, нате штраф, утритесь. Сделай так, чтобы штрафа не было. Ага. Я, значит, сделаю, а ты пока в сторонке постоишь. Вот и думай, Трофим, кто из нас чище будет, ты или я?
Я ведь таких, как ты, приручаю. Только смотри, волкодав, хватку теряешь, а зубы выпадут. Кому ты такой нужен будешь? Ну, поскудничала, стерва. А я расхлебываю. Где закон? Нет его. Живи, паскуда, радуйся. Не сказал спросить. А должна такая жить. Найду.
мы помянем? Безнаказанно. И минут покойной, все только о ребенке думаю. Вспомню, как ребенка-то зарывали. И у тебя сердце луженое. Ну ладно, хватит. Ну тебе правда легче, что ли, будет, если к этой беде до новой нарастет еще? На кого беда? На сучку блудливую. От такой беды всем легче станет. Угу. Она блудливая? А что это она блудливая-то? Она, может, не блудливая? А может, просто горемыка разнесчастная? Вон мало их ходит, что ли, мужиком-то обиженных. Ой. Ты кого защищаешь? Припечь бы такую не худо. Припечь бы не худо. Вы что-то больно хорошо в бабском горе разбираться стали, а? Припекатели. Может, она в такие клещи попала, что в омут головой, да то легче ей будет. Да хоть бы и в омут, все греха меньше. Петя, ты на себя-то посмотри. Ты легко в омут нырнешь? Или разве что трактором вон затащишь? Наталья. Чего, Наталья? У тебя дети были? И были, и есть, слава тебе, Господи. Троих родила и на ноги поставила всех. Так вспомни своих детей! А я... Погубила бы ты их своими руками. Что ж ты говоришь-то, Господи? Чего молчишь? Ты ж мать. Ты же пуще нас, мужиков, к сердцу принять должна. Я вон забыть не могу. Как у могилки девчонки имя давал. Давай. Нет. Нет. Помоги дознаться. У тебя же родня по деревням есть? Загляну к Пашке Щепенкову. У меня по матери братаном приходится. Угу. Мужик дошлый, а баба его на сажень под землю видит. Они разнюхают. Как-то сучка хитро следы не заметала, все одно наружу вылезет. Сам знаешь, что там. Ну, лезь в воду, посмотрим. Ну, тебе надо, ты и лезь. Я плавать не умею. Думаешь, сеть срезал. Тебе сойдет? Какую сеть? Здесь дно глубокое, может, кто-то забрасывал. Больше я не знаю ничего. Че ты мне рожу кривишь, а? Ну, че? Я же видел, как ты сеть резал. Видел, протокола не пришьешь. Пришьешь. Лезь! Ну, что это будет? По закону. Сказал, поймаю, посажу. Будет тебе по закону? Дурак ты, Русанов. Мочать тебе в башку ударить.
Да ты что творишь-то? Не трожь мотор! Сказал, не полезу! Ныряй! А что, мел? Ныряй! Помоги! Лезь! Если ты будешь. Может, что-нибудь нужно? Ну, скажи мне. Только скажи. И вот здесь, вот в кустах, его я прям... Сеть не дрожь, пока следователь приедет. Здесь, говорите? Да, вот здесь, вот в этой зале. Посмотри на сами, чего здесь делать. Вот хожу, наверное, с утра рыбу ловлю. А тут вот такая находка. Говоришь, тухле. Каждый второй в своих жестях и топнет. На, подпиши. Чё? Протокол подпиши. А ты-то что так смотришь?
пока его дома нет, только живу. Как придет, хоть с глаз беги. Вчера подумок и спрашивает, тебе что-нибудь надо? Только скажи, в лепешку расшибусь, ну. Пойми, чего там у него на душе. Да может, и правда умирать хочет, а? Да жизнь прожили, не ублажал. Тут на старость лет... Нет, это чуть не так. Нет, это чуть не так. Че вылупился? Че? Че? Ждите, что я вас есть начну и кости выплевывать. Василий Никифович, короче. Он самый. Спички утерял. Прикурить хочу. Прикурить, значит? Я думаю, что это ночью на воде рыбинспектор делает. На вот. Припозднилась зима в этом году. Только снег-то уж был. Был бы, прошел. Да. Природа не та стала. Улов-то есть? Да зацепил чуток. Большое. Да сам посмотри, я не прячу. Одна ничего сходна. Да видишь, время-то неловое. А ты че, озеро свое стережешь? Или место себе ищешь? Слышал, что со мной стряслось. Младенчик и девчушку в лесу нашел. Нес и не донес, похоронить пришлось. Че вроде, не родная мне. И нет покоя. Сердце горит, как вспомню. Стерва. Покинула на смерть. Дитя свое погубила и меня губит. Это мне место. Нет еще. Змея притаилась. Ну, погоди. А еще ужалит кого. Достанусь из-под колоды. И под каблук хрустнет темечко. Хрустнет. Прячьте ее, небось. Кому ж нужно прятать такую? Ну так и что тогда? Толковый. Народ поговаривает. Чуял? Ну? Про Любку. Дочку Тихона Славина из Клетищ брешет. Верно. Да кто ж знает. Поговаривают. Уезжал Илья и там спроворила. А до этого ее брюхатой примечали. Любка Славина. Ты ее знаешь? Нет. С отцом ее приходилось сталкиваться. Лет 5 назад тес у меня покупал. Из Клетищ? Стал быть, из Клетищ.
Да может, брехня все. Ты веры ты особо не давай. И говорить-то поди, не надо было. Бес попутал. Любовь Славина! Так это ты будешь. Я? А что? Жаль, не ко времени. Чего надо-то? Выйдем на крыльцо на пару слов. А что за секрет? Ты сам-то кто? Дело есть. Пойдем, красавица. А какие могут быть дела, помимо мужа? А ты и муж? Да нет, приблудный. Паспорт показать? Тогда и ты выйди. Втроем поговорим. Да нет, подкинутый. Что за спрос? Ошибка. Нет, дядя. Вот теперь не отпляшешься. Ну, доставай камушек из-за пазушки, коль принес. Ошибка. Ну, наболтали мне. Чем муть поднимать? Наболтали. Счастья вам. Значит, Лесин у тебя пропал. Да не доплатил. А ты, паскуда, про то 5 лет помнить будешь? Об этом помнить будешь? Моими руками чужую жизнь сгадить хотел. А если б ребенка у них не было, да я бы Любку ославил. А там муж поверит. Все от того, что он лес у тебя дешевле купил. Люди. Чего мы с тобой никогда не поговорим? Живем как глухие. Да за 30 лет вроде. Все переговорили.
Чего скажешь? Или нет? Поведи меня куда нужно. Ты зачем это сделала? Жизни нет. Поведи меня куда нужно. Ты зачем это сделала? Мать дознается. Матери испугалась. Мать болела же. Боялась, что помрет. Теперь выздоровеет, когда узнает. Нет ее. Кого? Матери-то. Умерла пока там. В избушке жила. Слава Богу. Не знает ничего к лучшему. Приехала на день, на один, а мать при смерти. Звать как? Ольга Ячейная, из Копновки. Thank you.
знала, кто убил меня. Одевка, хватит. Слышь, нечего. Я зла тебе не хочу. Поговорить хочу. По душам. По душам хочу. У меня души-то нет. Вымыла. Что тебе до меня? Вижу руки. И меня с твоего ребенка. Спас тебя. Тоже живая душа, значит, так надо было. А? Сведи ты меня сейчас. Ну, сведи, я прошу, легче будет. Хочешь, иди. Сам не приведу. И не посоветую. Почему? Ведь стоишь того. Какой расчет? Осудят, посадят вместе с воровками. Сама такая же станешь. Хочешь, иди объявляйся. А я на себя доносить не возьму. Одной жизни конец. Да тебе лет-то сколько? Жить да жить. Замуж выйти надо. Ребеночка родить надо. И ни одного на ноги их поднять надо. Вот ты, может, будет тебе тогда прощение. Да это хорошо так в молодости ожечься. Помнить будешь, как самой. Больно было. Может, и других поймешь. У кого чего болит. Да, на меня-то жизнь тоже косо вышла. Но я вот тебе помог. Может, и ты кому поможешь. Не отмахнешься, да не открестишься.
Здравствуйте, Трофим. Ты не хворать. Спасибо. Спасибо тебе, Трофим, за следователя. Утро-то какое. Ты куда это собрался? Так внук у меня. Иришка родила. Поздравляю. Yeah.